«Наташа, я тебя люблю» – это надпись, украшавшая металлическое строение и радовавшая, возможно, не одно поколение девушек с таким именем, теперь уже стала историей вместе с гаражом, на котором располагалась. Лязг железа и шум моторов. На Вознесенской рядом с домами 84-86 работает строительная техника. С самого утра здесь сносят гаражи, которые власти признали незаконными. Эти гаражи, они уже были совсем заброшены, ими никто не пользовался, они никому не пригодны были. Прежде чем их снести, конечно, мы предусмотрели, развесили объявление, что будет проходить снос этих гаражей. Постройки 80-х-90-х годов прошлого столетия уже мало кому пригодны, поскольку проржавели и потеряли свой товарный вид. Как признаются местные жители, это уже давно надо было сделать. Будет здесь обеловка деревьев, кустарник, то есть гаражи незаконные уже сносятся, объявления были выдержаны, поэтому будет наводиться по вашему... А дома будут сноситься? Реновации будут? Нет, до нас пока не дошла. Клементьевский поселок в этом году должен серьезно преобразиться. Здесь опилят деревья, по ряду адресов приведут в порядок детские площадки и проведут асфальтирование территорий. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков. День города.